Ну что, ребята, в прошлом январе вы мне писали письма. Кто что хочет научиться за 2020 год. Есть элементы, которые раньше мы не умели, которые ребята хотели бы научиться. И 2020 год подходит к концу. Пришло время проверить, справились ли ребята с заданием. Виталик, твое письмо. Можешь ознакомиться. Письмо Арсения. И Арсений тоже можешь ознакомиться с своим письмом. Сейчас мы с вами будем проверять каждый элемент. На каждый элемент у вас будет три попытки. Три попытки. Сделали. Молодцы. Ставим плюсик. Не сделали. Значит, переносится этот план на 2021 год. Ясно? Ясно? Ясно. Начинаем. Бланш назад готов. Давай. Есть. Так, переворот на две, сальто вперед. Поставил. Винт назад. Есть. Так. Окрошка. Есть. Ладно, засчитаем винт вперед. Где у нас там? Винт вперед. Есть. Давай. Раз, два, три. Есть. Параллельный угол. Раз, два. Давай еще раз сразу. Раз, два, три. 4, 5. Есть, долосало. Хорошо. Супер. Ну, это считать, молодец. Келлеровский есть. Спокойно. Стоим. Молодец, сразу в одном подходе два элемента. Келлеровский есть. Бланш с перекладины есть. Давай просто. Хорошо. Спинкой заходи. Давай еще раз сразу же. Оттянулся плохо. Оттянись подальше и спинкой в оборот. Давай-давай, есть! Молодец!
Ладно, есть. Чуть-чуть перелетел маты. 31 декабря, день съемок на YouTube. Так, сейчас мы с вами проведем новогодние эстафеты. Каждая эстафета, проигравшая команда из каждой эстафеты, будет подходить ко мне, выбирать себе конфетки. Здесь есть вкусные, есть не очень вкусные. Да, если проигрываете, значит вы будете хавать что-нибудь типа вонючего носка, протухших яиц, да, вкус козявки. Так, кто хочет вкусности и невкусности покушать, будете проигрывать. Это вся команда или по одной? Вся команда по одной конфетке. Нет, нельзя. Встали, построились. Ой, там же есть вкус лакрицы. На старт. Внимание. Марш. Один ноль. Проигравшая команда. Так, встали, построились. Так, я первый, я хочу первый. Давай, Леха, выбирай. Моя интуиция никогда меня не подводила. Я люблю гранат. Это сопли. Сопли. 100%. Что это? Следующий. Что это? Я после Степы. Я после Степы. Я после Стаса. Что-то вкусное, сладкое. Повезло. Да, Стас, из чего ты? Следующий. Проигравшая команда ест. О! А я даже знаю, какие ели. Это козявка. Маня, вкусно, нормально. А, и на конфетку. Лакри. Это очень вкусно. Есть от всяких вкусных. Это сладкая шуба. Я просто... Где я из тебя ел? Непонятно. Это обязательно готовить? Да. Спанспрей. Все, тоже повезло. О, это сладкое. Артем, ты же ведь выиграл. Проигравшая команда ест. Стоп, я же выиграл. Невкусно? Ну, красный. Это... Блин, я бы попробовала вот буквально вот эту. Вкусно? Все, все съели проигравшую. Встали по командам. Внимание, марш. Yeah!
1-1. Давай, по одной. Вкусно, нет? Сладенькое. Ну, значит, вкусно. Всегда кофе похоже. Это вот тебе? Работа. Леша, а какая невкусная. Ой, что-то я боюсь. Вот очень вкусно. Была. Это сопли у меня. Похоже на... Вот эти? Кофе. Нет. А это что? Повезло. О, Гриша, кофе! Это кофе. Вкусно. Блин, я забыла, что это. Да почему это? Дайте это, что это? Это кофе. Ешь. Невкусно, невкусно. Вкусно? Вкусно? Это кофе. Вкусно. Что, обманули, что ли? Все вкусные попались? Нет. Вкусненькое. Там паста. Я так не играю. Закрывай лапки. Все вкусные, походу. Ну, сейчас все вкусные съедят, останутся все невкусные. На старт. Внимание, марш! Сережа из-за шеи не может. А, вы там два раза бежите, да? Ты, Кирилл, два раза бегаешь? Один. Нет, та команда была первая. Так, проигравшая команда по одной конфетке. Давайте, подожди, взяли все проигравшие команды, никто не ест. Взяли все. Ты понимаешь, что вот это рисовые яйца? Все, у проигравшего всех в руках? Да. Раз, два, три. Это кофе. Ой, Феде вкусное попалось, да, походу? Ой, Виталику нет. А что, ты какую взял? Я не вижу кофе. Можно одну, пожалуйста? Я хочу попробовать одну. Маня, марш! Давай!
Штрафное. Нет, счет 2-2. Два штрафных очка у Степы и у Стаса было. Поэтому очко я им не засчитываю. Проигравшая команда на вкусняшки. Пока взяли. Все взяли? Раз, два, три. Приятного аппетита. Да что такое-то? Это собачья форма. Вкусно? Протухший персик, по-моему. Я не хочу это жевать. Жуй, жуй, жуй. Это вкусно. Это полезно. Это потухшее яйцо. Потухшее яйцо. Вот это собачий корм. На старт. Внимание. Марш. Нет, не будет. Ага, быстрее, падение же всегда быстрее, да, получается? Так, проигравшие взяли вкусняшку. Вот, попробуем. Вот, вот эту вот. Какая вкусная. Так, ждем. Все? Все взяли? Я с ананасом. С ананасом? Да. Все, кушаем. Давай ананасик свой. Да, с ананасом. Повезло. А что такое? Опять невкусно, что ли? Тебе везет. Значит, в 2021 прям вообще будет бомба. А это что, это ананас? Бомба.
потрогал. Я ананас попробовал. Нет, там нет травы, браток. Носок. А там где ананас? Носок. Ты прям почувствовал? Носок, грязный. Вкус, ничего не нравится. Папин носок. Папин? Деда Мороза. Вот видите, вот. Уже самую вкусняшку кто-то съел. Это я съел, вот это вот я съел. Начали. Три-три. Сейчас, погодите, погодите. Доделаем, погодите. Ням. У меня какая-то... У меня нормальная. У меня какая-то... Так, счет у нас 3-3. Заключительная эстафета. Самая ответственная, самая серьезная. Прыжки в полном приседе до матов. Первый мат. Это у нас 10 книжечек. Прыжки в полном приседе до второго мата. Здесь у нас 10 отжиманий. Бегом до стенки. Обратно 10 отжиманий. Прыжки в полном приседе. 10 книжечек. Прыжки в полном приседе. Приготовились. На старт. Внимание. Марш. В полном приседе. Мячики, да? Обратно бегом. Туда, в полном, обратно бегом. Давай.
Штрафное очко, Лазарев. Одно очко, это смысл? Штрафное. За что? Потому что он бегал, а не прыгал. Я насчитал за Генриком. Если я такой, давай. Мы бы со мной проиграли. Даже со штрафным очком. Все равно проиграли. Так. 4. Где команда у меня? Команда. А там уже... Вторая команда. Где? Уже хавает? Нет. Вкусняшки? Да, просто так. 4-3. Новогоднюю эстафету выиграла команда номер какая? 2. Проиграли, хоть наелись, да? Так. Ну, что там? Выбрали? Я знаю, какая из них покушает яйцо. Кушаем. Что, опять повезло? Протухшее яйцо.
Построились. Так, команда победителей у нас. Команда проигравших здесь. Команда победителей получает по новогоднему кульку. Берем по одному, да. По кульку, который я вам выдаю. О, и нам что тут? Все, и встали, построились. Команда проигравших получает утешительный приз по одному. Все, встали, построились. Погодите, Сергей Александрович, вот с этими конфетами, мне кажется, это... Встали, построились. Так, ну что, почему у тебя проигравший номер? Я поменялся. Так надо было в другую команду тогда идти. Саша, Талик. Так, ребят, ну все, это заключительная тренировка в этом году. Я желаю вам всем хорошо отметить новогодние праздники, чтобы следующий год у нас был лучше, чем этот. Но он будет лучше. Поэтому всех с наступающим Новым годом, силы, терпения, здоровья в новом году. Давайте заниматься будем еще лучше, завоевывать медали, грамоты, кубки. Всех с Новым годом. Пока.